Так, сейчас мы на кофейной плантации. Вот. Я хочу вам показать, как растет кофе рамбуста. Вот я сейчас спускаюсь вниз. Тут такая тропка. И вот видите, вот здесь растут кофейные деревья. Вот, вот так растут кофейные деревья. Раз в неделю здесь проходит человек, собирает бордовые такие штучки, бордовые кофейные ягодки. Они уже готовы к обжарке, то есть их досушивает и обжаривает. А зеленое кофе вот так продолжает расти. И самое интересное, что кофе еще одновременно и цветет, и зреет, и растут новые цветочки. А вот здесь вот хурма. Вот, ну народ ее рвет. Вот. Она тут так, не такая большая хурма. Она зеленоватая, поэтому мы ее, наверное, трогать не будем. Мы ее все равно не поедим. Или она съедобная, скажите? Во рту вяжет. А, во рту вяжет, значит, мне нельзя. Ну, вот такая вот хурма. Вот, да. А вот это... Вот это. Значит, хочу еще показать вам кофейный. Ну вот, смотрите, какой урожай кофе. То есть много-много кофе на одном кусте. Здесь еще растет кофе куин. Если посмотреть, то кофе у нас распадается на две части. А вот кофе куин, оно не распадается. Это выведенный вьетнамский сорт кофе куин. И смотрите, вот бордовые семена, которые скоро уже будут собирать. Скоро уже будут собирать. А вот сейчас я покажу вам цветочек, как цветет кофе. Вот так цветет кофе. Видите, вот цветочек кофе. Вот. Ну и вот дерево хурмы. Вот такое.